И главное, вкусный коктейль. Коктейль — это про вкус, блядь. Потом уже красота. Всем здорово. Много мы снимаем коктейлей, которые вы просите. Хороший мой гость позавчера пришел, попросил, говорит, сделай мне тротиву. Мы сделаем этот коктейльчик. Коньяк. Ну, я взял абрикосовый. Апельсиновый ликер. Оранж битер. Добавим его. Охлажденный бокал заранее. Бах. Это охуительно будет. Вот это то, что я называю крепость. Сбалансированный вкус. И, как говорится, подача всего хорошего.